Ну и еще такой момент. Мечта парфюмерного маньяка. Это такая папочка. Вот с такими буквами. Вот FM, как радиочастота. И вот оно богатство. Вань, откуда у тебя такое богатство? В общем, мне дала это все потестить Татьяна. Мороз. Золотые, соответственно. Это копии люксовых. И красные для девочек, синие для мальчиков. Вот здесь такой рекламный проспект. И здесь перечисляются номера. И можно видеть, здесь просто идут пробирки с названиями. Вот они. Да. В общем, тут их миллион и миллиард. Несколько хватит на сериал. Так что вот. Секунду. Вот такая вот FM группа Россия. Вот такая вот папочка, она кожаная, кстати. Ее стоимость 3000, мне сказали, вместе с ароматами. Ну и там еще всякие были проспекты по личностному росту, ну и так далее. Есть вот еще такой проспект, тоже с ароматами. И, в общем, тут всякие ароматы от этого бренда. Вот они всякие-всякие разные. Мне нравится подход. Все так креативно-креативно. Немного не продуман вот этот переплет, потому что видите, что получается. Хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, я думаю, что и у меня, и у вас впереди будет много интересного. Девочки и мальчики. Я еще пока не тестировала, потому что сегодня я перенюхала очень-очень много, и у меня уже засоренное сознание. Тут еще у них есть косметика, декоративка, вот такие лайнеры, вот такие вот тенюшки. Ну, в общем, много интересного. Вот. На этом всем. Всем всего хорошего. Пока. До встречи на моем канале.